Всем привет, с вами Маханева Наталья, канал «Все сразу». И сегодня 21 мая, наш гибрид томата «Кримсон коктейль» утеплился. Сегодняшней ночью было гибрид в мешке, который растет. Сегодняшней ночью было плюс 1 градус, много что замерзло, даже в парниках некоторые томатики подмерзли. Поэтому наскоро соорудили вот такую конструкцию. Видео об этом томате я прикреплю в описании. Это просто о конструкции. Ну, мини-парник на несколько дней. Все-таки 21 мая, может быть, уже скоро будет тепло и ночью. Ну, на недельку, как говорится, хоть как-то немножко это томатик спасет. Я надеюсь. Потому что пока у него даже листья пожелтели. Так, сегодня я его посыпала золой, замульчировала внизу хорошим слоем, сантиметров 5-6, наверное, может быть, даже больше. И, соответственно, пролила хорошенько водой и утеплили. В принципе, на этом о гибриде томата Crimson Cocktail все. Гибрид у нас F3. Поэтому будем наблюдать, как он вообще, что даст. Может, ничего не даст. Поэтому я не захотела тратить место на него в парнике. Но на сайте в огороде, на канале в огороде про у Натальи, она его позиционирует именно как гибрид для открытого грунта. Поэтому в парнике у меня один Crimson Cocktail все-таки есть с краешку. А здесь три ствола. Ну, такие чахленькие, один большой и два там непонятно где валяются, так скажем. Подвязаны, конечно, но им не очень комфортно. Пока еще в условиях холода. Вот, может быть, в этой тепличке им станет потеплее. Импровизированной теплички. И, может быть, он пойдет в рост. Потому что пока он на протяжении некоторого времени завис на одном уровне и перебаливает. Пока ему все не нравится. В принципе, на этом все. С вами была Маханева Наталья, канал «Все сразу». Всем мира и добра!